Доброе утро. Доброе утро. Маркуша делает омлет. Все уже, наверное, заливай. Теперь просто выливаешь. Хорошо перемешала? Угу. Так, убавляем на троечку. Потихонечку выливай. Оно не будет это... Нет, ничего страшного. Выливаться. Просто вот так поближе, да, вот так вот. И теперь пониже. И выливай. Все, теперь накрываем крышкой. Доставай крышку большую, вон то снизу. На маленький огонь. Больше ничего не надо. Надеюсь, соленая. Доброе утречко. Доброе утречко. Мы уже с утра пораньше поездили, выбросили мусор. Поездили, говорю. С утра пораньше поехали, выкинули мусор. Картон, бутылки, банки, склянки. Да, я к Ксюше за циркулем надо поехать. За маску я купила. В коп. Нужно за циркулем поехать. Какую краску для волос? Ну, темную. Твой цвет? Угу. Но она будет, по-моему, смываться потом тоже потихоньку. Не сразу, но потихоньку. Сейчас мы позавтракаем. Где наши продукты? Мы в магазин заехали. Купили хлебушек. А вот они. Бонни, там тебе ничего нет? Пиццу взяла на обед. Если не успею приготовить. Так, огромный хлебушек. Вот такой насыщенный. Ты будешь сыр кушать? Угу. Только один пакетик, а не два. Одного пакетика хватит. Потому что они все будут. Ксюша с утра пораньше сыр с хлебом. Ты не выключай, чтобы он не застыл. А то он будет корочкой покрываться опять. Все, твой омлет получился. Он, конечно, сдулся, но это нормально. Что ты будешь, чай? Красный? Ты что будешь... Чай? Все, синячок уже почти прошел. Открой глазик. Вот здесь вот немножко остался. А так все. Замечательно. Мы можем сначала в Отос заехать, там посмотреть. Если там не очень, я поедем в Мюллер. Там, как у меня, вот там. Мы посмотрим, какие есть в Отос. Все равно мимо проезжаем. Бабушка у нас на капельнице. Нужно следить. Тут капает. Ты готова, Каролина? Она сегодня уезжает к двоюродной сестре. Ты с ночевкой? Там ну, спать будешь? Она всегда туда уехать. Навсегда? С Максом. Почему? Ну, конечно, вот в таком бардаке разве можно что-то найти? Ну, а тут больно татушка делать. Я наведу порядок, а не опять. А? Больно татушка делать. Ну, попробуй. Давай ищи. Не знаю я, где твоя расческа. Возьми другую, которая в туалете. Сейчас нет комариков. Ну ладно. Вот эту возьми расческу, она тоже хорошая. Все? Поехали. Что такое? Ничего. Обувь. Ой, они такие красивые. Это маленькие? Они такие красивые. Маленькие? Да. Каролине. И вот эти тоже маленькие. Это Макс. Да, нужно менять. Каролина тоже. А, ну сначала Макс, потом Каролина. Это 37, а у меня 39. А у нас сегодня дождик. Вот такая вот погода. Всю неделю было солнышко. Все, хватит. Дождик льет. Циркуль. Где у нас тут? Вот тут. Видишь, что точно так же стоит. А тебе вот такую нельзя? Нет, с кисточкой? Можно, но она жидкая, потом надо ждать, пока она высохнет. А ты совсем чуть-чуть бери. Сильно кисточку не вето, а вот такой только циркуль. Тебе такой не нравится? Маргарита, ты такую же покупала, Маргарита. Нехороший. Но нужно просто болтик закрутить, мне кажется. Но болтик раскрутился. Сложно, он такой маленький, он не очень сильно открывается. А-а-а. Пойдем в другой магазин. Тут есть? Посмотри. Говорю, что тут нет. Ну что ж ты будешь делать, а? Это ручка за маска. Это сколько? 3,90. Угу. Блестящий. Угу. Клей с блестками. Угу. Карандаши с ластиками. Ладно, пишите в другой. Карандаши простые, фломастеры, ничего не надо. Лупа, может быть, нужна. Это в комнату?
Может уже а сколько метров? Только 2 метра. Всего лишь 2 метра. Синька. Как наша кофеварка. 54, вы знаете, за сколько покупали? Мы покупали за 25, по-моему. Мы со скидкой брали вот такую вот. С чем он? С орехами? Мне не нравится с орехами. Нет, без орехов. Тут все одинаковые, да? Мы уже в другом магазине. О, смотри, какие разные есть. Нет, где этот, который... Вот с колесиком. У меня был такой, но так отделен. Давай этот отделим. Что, ты розовый будешь брать? Вот есть зелененький вот такой. Ну вот. Берем это. Такой? Для Фильки. Но это маленькое ему было бы. Давай маленькую кушать. Это для Бонни. Потом мы можем вот этого купить. Такой прикольный. С подушечкой. Вам. Как он называется? Кокон? Он, давай, пожалуйста, купим еще маленькую. Нет, больше кису хватит. Хватит уже кошек. Они дерут все. У нас Филька подрал одну штуку. Вот тоже подушка. 30 франков стоит. Или чтобы не дёрзала. Не, не надо. Макс хочет посмотреть велосипеды. Мы ему говорим, что уже все не сезон. Подожди до следующей весны. Он не понимает. В общем, сейчас посмотрим. Вот как у нас качелька. Нет желтого. Это слишком большой. Эс гранде. Это для чего? Чтобы сидеть. Правда? Нет. Не, серьезно, для чего это? Лео паракесиса? Табурет. Нет, видишь, у нас веревочка, значит, для чего-то. Это тоже электро? Вот смотри, Ксюша, Маргарита сядет сюда, а Ксюша сюда. И поехали. Вот такой мне нужен. Вот сюда пальму. Пальму, нет, пальму нужно сюда пересадить. Нет, вот сюда. Чтобы купаться тут? Нет. Пересадить пальму. Или вот такой. Это очень большой. Как раз сюда бы пальма влезла. Ей много места нужно. Алло. Давай возьмем. Сколько он стоит? 11 франков. Ну, мама, еще надо землю. Смотрите, какие цветочки интересные. Прям яркие цвета. Это самое красивое. Зелененький. Тебе? Тебе нравится зеленый? Такое ощущение, что их покрасили прям краской. Угу. Открываем новый коврик. В общем, кто первый ляжет? Не для тебя. Кто первый ляжет, того и коврик. Я думаю, что Бонька ляжет, потому что девочка очень Бонни, маленькая. Смотри, ему уже нравится такое мягкое. Так. Так, Ксюша, ну, забирай себе этот. Циркуль. Макса кризис. Конфета. Я себе купила наждачную бумагу. Знаете, для чего? Для моих пилочек, чтобы пилить ногти. 120 грит. Ну а что? Да то же самое, я так думаю. Что и пилочки мои. Такой же абразив. Нет, в общем, такой же абразив. Поэтому я потом нарежу, наклею и все. И выходит дешевле намного. Что накопает? Что там спрятала от нее? Где мячик? Укусила? Бонни, мячик. Ищи мячик, быстрее, потом мячик. Нехорошая. Нехорошая. Прям по голове потопталась. Мячик, Бонь, посмотри, у тебя футболка вся в волосне собачьей. Ты мне что-то в лицо не попала. Посмотрите, что у нас тут происходит. Целый склад. Сходили в подвал, все сюда притащили. Вот. Коробок куча, всего куча. Это наш онлайн-магазин, который когда-то работал. Когда-то мы это все продавали.
И так как он у нас закрылся, потому что нам сложно было отправлять в Россию. Мы продавали слаймы, не только слаймы. Отправка 26. Была очень... 26. Ага. В общем, у нас инвентаризация происходит. Мы записываем, что у нас сколько осталось, чего сколько осталось. Почему мы перестали продавать? Потому что были проблемы с отправкой в России, ну и вообще как бы за пределами Европы. Было очень дорого, доходило долго, не всегда все доходило, поэтому мы закрыли наш магазин, у нас много чего осталось, и теперь мы хотим все возобновить, но продавать мы будем только по Европе. Много, у нас много чего для слаймов, у нас пенопластовые шарики, всякие там блесточки. Кстати, коробка с блестками где, здесь или нет? Да, вот это. Да, там блестки. В общем, что еще у нас там? Шармики, всякие вот тут вот кончиков. У нас тоже еще кончики остались. Пеналы. Еще там какие-то сумочки, непонятно. Вон еще пенопластовый шарик. В подвале поковырялась. Черти что на голове. И слаймы тоже мы перестали продавать, потому что нам тяжело найти клей. Здесь он не продается, покупать через Америку очень дорого, так слаймы будут очень дорогие, если мы будем покупать клей с Америки. Со слаймами мы тоже прекратили работу, да? Будем все пересчитывать. Много всего у нас даже тут, что у нас тут еще вот такая вот, какие вот штуки у нас есть. У нас очень много браслетов, которые мы дарили, когда отправляли слаймы. Вот, я люблю слайм. В общем, всякие разные, очень много тут сердечек. Мы их тоже будем продавать. Может быть, в подарок будем класть, я не знаю, посмотрим. Вот, здесь у нас тоже вот эти вот все добавки для слайма покупала. Жалко очень, конечно. Очень жалко, что это все накрылось медным тазом. Шармиков очень много. Ну, шармики, в принципе, можно еще продать. Вот такие штучки покупают, даже не для слайма, а для какого-то там... для каких-то поделок. Вот у нас пенопласта тоже очень много. Пенопласта. Пенопластовых шариков тоже очень много. Всяких разных цвета. Вот это все. Вот такие всякие разные. В общем, вот эти пеналы тоже у нас еще остались. В общем, все будем продавать. И вот этот еще пластик. Вот тут тоже пластиковые шарики. Ой, пластиковые, пенопластовые шарики. Еще этот. Это как называется? Это еще даже не открытое ничего, тоже можно все продавать. Это можно так продать? Да, прям в пакетиках, поштучно. Занимаются подделками очень много. Это блестки. О, ё-моё. Смотри, сколько всего. Сколько всего. Да. Вот эти вот штуки, какие можно сделать? Тоже для слайма покупала. Ладно, посмотрим. Кому надо, только тот купит. В порядок это все приведем. Ты тоже носи. Ну, мне только вот эти нравятся. Да. Для вас мы ничего отправить, к сожалению, не сможем больше. Границы закрыты. От нас ничего не отправляется. Что там? Пакеты. Пакеты, пакеты-то можно расфасовывать блесточки. Как многие. Такого. Ну, так я ж много брала. Я, знаешь, для чего брала? Я в эти пакетики, контейнер со слаймом я засовывала в эти пакетики, чтобы, если вдруг при транспортировке он там разольется или еще что-то. Поэтому я взяла целую коробку, очень много пакетов. Миллион пакетов. Нашли мы еще фиболы. Фишболы, да, называются? Во, я же говорила, давай, доставай. Вот, я же говорю, я видела. Все в перемешку. Как тут? Вот так. И тут еще вон сколько. Давай сюда их будем подсчитывать. Тут есть еще. Так, подожди, не смешай их. Давай сейчас все вытащим. Давай вот так все. Вот, коробкам. Это как его называли? Попкорн, да? Угу. Вот это вот это же. Круто. Ого. Он очень прикольно в слайме, когда играешь. Ой, прекрасно. Так, у тебя плюс-минус... Какой у тебя цвет сейчас тут? Понимаешь, куда надо заливать? Ты уже посмотрела? Это кондиционер. Вот такой вот бутылек. Четки мои возьми.
В общем, вот так вот берем и выдавливаем. I'm ready. Все? Пока! Там же есть перчатки. Сейчас. Мне больше эти нравятся, другие неудобные. Потому что они папье. Да. Есть уже дырка или нет? Мне нужно отрезать. Смотри. Вот эти мигбугы. Так, все, поехали. Баню, пошли в баню. Стала мама сделай светлые, теперь мама сделай темные. Кто тебя поймет? А? Такая теперь у нее будет свой цвет родной. Открыла дверь, чтобы немножко проветрилась квартира после этого сыра, конечно, запах. Ксюш, тебе скучно? Круги дает. Как тебе, нормально велик твой? Мама, кто мне все время поднимает? Поднимает кресло? Да, мы это не знаю. Время поднимает специально. Маргарита? Да, потому зачем что я это чуть не шандарахнулась. Дождь идет? Дождь идет. Она не специально поднимает. Нет, дождь не идет, солнышко. Сильно высоко? Почему мы краску не покупали? Потому что я говорю, сейчас холодно. Не высохнет велосипед. И плюс он у тебя весь в наклейках. А мне... Ты должен сначала отодрать все наклейки, потом красить. На наклейки нельзя красить, иначе слезет все. А раньше оно было вот так, я где-то вот так вот доставала, даже больше не доставала. Ты можешь сегодня обувь заказать? Посмотри. Идем смывать художество. Голосе. Ну, покажи, какая она. Она не сильно густая. Вот такая вот, как бы, естественная, да, смотрится. И сколько у тебя дней держится? До 5 дней? До 5 дней они у нее держатся. Такие реснички. Как свои. Все, свободно? Родной. Нравится? Да. Довольна? Да. У нас контрольная закупка продуктов. А у нас уже, кстати, все продается к Новому году. Представляете, сентябрь месяц, уже все такие конфетки. Уже даже вот календари продаются. Сентябрь. Попрыгушка. Смотрите, тут всякие печенюшки новогодние. Так, мне йогурт нужен, йогурт. Йогурт. И для бабули тоже нужен йогурт. А мы вот такой берем. Вот такие вот бочонки. Очень классно. А мне еще нравятся шоколадные, но тут шоколадного... А, нет, есть. Я нашла. Представляете себе? Это мой любимый. С шоколадной стружкой. Зубная щетка? Иди ищи. Или ты именно бамбуковую? Значит, нужно ехать покупать. Вот эти вот игрушки она собрала наклейки. И теперь может за 5 франков купить любую игрушку. Она скажет, что на 3 возьмет игрушку. Да, на 3. Я этот возьму. А еще кто? Она а Макс? Банан. Банан прикольный Макс тоже. Макс хочет Карасы вот банан. Этот. Помнишь, вы собирали тоже яблоко, фрукт, ой, овощи, фрукты? Брокколи. Ты выбрал этого пингвина? Кару, бананы с мукой. Классный банан. Это Лео зовут. Лео. Ты хочешь Лео? Да. Их можно выворачивать. Да. И один там... настоящий. А, они... а другой без мордочки, да, будет? Да. Один настоящий без мордочки.
смотрите, вот эта коллекция, осталось купить лисичку и... Ой, то есть апельсин, апельсинку и банан. Все. Бананы оттенок. И сюда вот они вкладывают такие вот карточки. Это тут. Вот. Это спаржа. Энцо. Аккуратно. Сколько тебе осталось? Еще много? Ты должна отмечать. Нет, это не моя. Это Макса? Да. Тяжело выворачиваться немножко? Тяжеловато. Мама. Родился львенок. Мам. Давай. Все. Мама, я бедный сделал. И всё. Родился. Родился львенок. А теперь будет... Во. Груша. Груша будет. Это пингвинчик. Пингвинчик. Мам. Опа. Пингвинчик. А теперь родился. Нормально говори. Вот ты какая девочка. Во, ну, во. Это киви. Киви такая. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Мне вот этот больше понравился. Бананчик. Да. Жираф, банан. Смотрите, чем я занимаюсь. Нашла один бутыль клея прозрачного. Решила слайм сделать. Думаю, зачем он будет стоять у нас? Вот. Такой вот слайм. Теперь нужно его оставить на недельку, наверное, чтобы все пузыри вышли. И не знаю, что будем делать. Может быть, среди своих продадим. Может быть, себе оставим. Не знаю, посмотрим. В общем, такой вот получился слайм. Давно не делали. Будет вспомнить немножко. Вот, так что это я сейчас закрою крышечкой. Будет отстаиваться, настаиваться. А потом посмотрим, что будем делать. Сейчас, кстати, скоро Хэллоуин. Может быть, сделаю на тему Хэллоуина. Лежит, ты его заставил. Может быть, сделаю слаймы на тему Хэллоуина. Либо на Рождество, или Новый год, что-нибудь такое. Ксюш, дай мне крышку. Там сидеть. Крышечку, Макс, дай, вон там в коробке крышка лежит. Все, готово. Мама, ты пойдешь за Каролиной? Да, сейчас поедем за Каролиной. Она передумала, не хочет она ночевать там. Она же сказала, я там буду спать, а теперь не хочет. Не хочет, она передумала. Приедет домой. Время уже 7 часов. Мы вот это вот все. Где? Вот это вот все мы уже записали. Вот это. Сейчас мы перебрали все пенопластовые шарики. Тоже все записали. Вот. И теперь нужно пылесосить, потому что они везде тут у нас летают, валяются. Сейчас сюда все сложим. Контейнер. Весь пол в шариках. И нам еще предстоит вот эти вот блесточки, шарники. Это тоже все блестки. И вот это вот все. Это, наверное, я на Мама, завтра оставлю. А? Тут у нас еще очень много пенопластов. Шариков? Угу. Где? Это вся коробка с пенопластовым шариком. Да ладно. Да. Ё-моё, я забыла. Ёлки-палки. Обалдеть. Мама, я больше не хочу. Ай, сколько этих. Ладно, давай эти сложим. Или это, как сейчас сделаем? Отсюда будем. Будем эти перебирать? Да. Ё-моё, целая коробка пенопластовых шариков. Смотри. Ну, ты не хочешь, можешь. Я так много покупала. Для слаймов. Мы же слаймы планировали делать. Планировали вышли. Да, кто же знал, что так получится все. Вот их быстро, в принципе, мама, посчитать. Вот так вот боком. Это? Ну, вот так как-нибудь, не знаю. Да. Да. Где положить? Положи, как хочешь. Давайте, все. Каролину привезли только что. Нам не осталось с ночевкой. Хотя всегда говорит, я поеду с ночевкой. А потом все равно мы ее забираем. Ты не заболел случайно? Пойдем отдыхать. Ты устал просто. Пошли.
зубки чистить и спать.